Алюатас де холюдос, тон прос мелисиус полемон дианейкас, метапетат элеута. Басилеусас это хепта кай пентеконта. Алиадз же лидиец. Дианейкас, это ауэльсное причастие от диаферо. Который, Алиад, который вел войну против милисийцев, против милитян. Впоследствии умер и правил он, царствовал Басилеусас. Гепта кай пентеконта, 57 лет в общей сложности. Анетхеке де экфюгон те нусон, дефтерс гутус тес поикия ставтус эс дельфус, кретерате аргюреон меган, кай гипокрете ридион сидерион, колитон, тхеес аксион, диапантантон эн дельфосе анатхематон. Главку ту хил поима, гос мунус де пантон антропон сидеру колесин эксевре. Анетхеке, то есть анатитхами, он посвятил, то есть сделал приношение, экфигон тен нусон, избежав болезни, то есть вылечившийся, или после того, как он вылечился, он совершил вот это приношение, принес дар, он, будучи вторым в этой семье, Тесуикиус Ставтус, принес в дар в Дельфы, эс Дельфус, что принес? Кретерате Аргюрион, серебряный кратер, серебряный кувшин, большой Меган, а также Юпокрете Ридион, подставку для вот этой чаши, подчашник, литой колетон, серебряный тоже, литой серебряный подчашник. И это приношение Аксион Тхэс. Оно как бы достойное того, чтобы на него посмотреть. Достойное обозрение, достопримечательное. Из всех диапантон приношений, которые находятся анатхематон, которые находятся эндельфосе, в Дельфах. И это то, что он принес, это произведение мастера, видимо, главка Хиосса, главку Тухио, поэма. Главка, который гос, почему-то единственный из всех людей, Эксевре, изобрел колесин сидеру. Колесис – это значит инкрустирование железа. То есть он принес вот эти замечательные вещи, достойные того, чтобы на них смотреть, которые сделал главк Хиосец. И этот главк единственный из всех людей, видимо, либо изобрел, либо владел искусством инкрустации железа.